Там придешь? Нет. Я что значит не хочу? Не хочу, значит не хочу. Не хочу, значит полиции. Дай пальцы. Ну давай. На театр, друзья, в поле. Следующая остановка Косинская улица. Снимайте контролёры. Да. Полицию. Полицию. Двойная, давайте. Документик ваш, пожалуйста. Какой? Пришли на контроль. Будьте любезны. Я, если честно, не помню, куда я его дел. Как вас зовут? Можно эксперт почитать? Можно? Категории. Села можно почитать? Можно ознакомиться с удостоверением? Что я полицию. Удостоверение можно ознакомиться? Я уже ознакомила вас. Это, конечно, неправда. Не представилась. Ну, ладно, хорошо. Да, вы до свидания. Слушайте, пожалуйста, если хотите что-то знать. А если вам не интересно, то интересно ерунду снять. Ну, сейчас служба безопасности Уважаемые пассажиры, заблаговременно готовьтесь к выходу из салона. Для оповещения водителя о выходе необходимо нажать кнопку звукового сигнала. Проездной билет предъявили, молодой человек. Кому? Вам уже представились. Кому? Удостоверение мне показали записала. Мне до полного ознакомления по первому требованию. Так что до свидания. К тому же вы находитесь вне формы одежды сотрудника ГКО организатора перевозок. А вы где если находитесь? Да я нахожусь, я знаю, я ориентируюсь в пространстве. Вы предъявили свой проездной билет? Кому? Я вам представилась. Удостоверение показали? Показали. До полного ознакомления? Все, у нас тоже пишет. Серьезно? Наша, да? Ну, поздравляю. Пишет. Все, поздравляйте. По службе безопасности. Перед Новогиреево там будет остановка, я там выхожу, поэтому туда приглашайте. Полицию можете вызвать еще. Вызовите полицию. Да. Чего? Я пытаюсь вас бегаете. Вы свои. Вы же уходите? Свои обязанности выполняйте. Какие? Предъявите свой проездной, вы кому? Обязаны. Я вам представилась. Кому? Удостоверение. Алло, добрый день. По первым требованиям. Да, здесь молодой человек, вот департамент транспорта, контроль, снимает нас. На видео. Фиксирую. Вы слишком старая, чтобы я вас снимал. Снимает на видео. Так, вы вообще да. Думаете, ну вот когда так. Что-то говорите? Нет? Что? Вы думаете, когда что-то так, говорите? Пожалуйста, дом 24, Новогиреевск. Свободный проспект. А, ну да. Полицию, зачем пожалуйста. Так некрасиво. Как? Мы подъезжаем, вы маршрут, номер. Вы красиво себя ведете, да? А в чем 247. В чем мы сделали не так? 40, ну, когда они будут свои обязанности 40, выполнять в соответствии со своей инструкцией, тогда да. А вы знаете инструкцию? Да, побыстрее, конечно. Пожалуйста. Да, право контроль. Контролировать. Да. Эксперт первой категории Силаева Вера Михайловна. А? Да. Да, да, да. Силаева Вера Михайловна. Побыстрее, пожалуйста. Да, и он не предъявляет свой проездной документ на проверку. Он еще и безбилетный пассажир. Вау. Административное правонарушение. Во время посадки да, и безбилетный да. Пассажир и снимает на камеру. Спасибо. Какой ужас. Да, побыстрее, пожалуйста. А это вы мне дорогу преграждаете? Сейчас теперь службу безопасности пригласим. Службу безопасности. Все службы должны рассказать, как в подсаде стоят или как? Как что стоят? Как на подсаде стоят. В подсаде? Да. У вас так называется, да? Да, это у нас так называется. Круто. Проездные можно ваши? А вы куда их вызвали? Спасибо. Туда, куда вы захотели. Уже надо туда. Хорошо. А что с ним будет, если у него есть проездной билет? Он отказался. Ну, смотрите, они сейчас... Смотрите, я вам сейчас расскажу, что будет. Так, мужчина, я предъявляю вам документ? Нет, вы не предъявили, я не видела. Предъявляла я документ? Я уже свое удостоверение мы не видите? Показали. Знаете, что сейчас будет дальше? Дальше они сейчас вызовут полицию. Сейчас дальше я сейчас попытаюсь выйти на остановке. Они будут меня удерживать. Я напишу заявление.
Следственный комитет примет решение о возбуждении уголовного дела по 286 части 3. Вот так вот, это вот, видите, девушка мне препятствует выйти, но пока что. Не им. Как хорошо быть дармоедом. Всегда можно кого-то отбить. Конечно. Вам нервы не критические. Это наша работа, а у вас даже все в порядке. Вы видели, что я проходила? Нет, вы, что я показываю ему. Да. Видели? Пожалуйста, мне телефончик. Так, а можете свой телефончик дать? Чтобы вас спросили. А? Ну, в качестве свидетеля. Вон мне полиция. Ну, вы видели, да, как она мне показала, то, что да, конечно, не до полного ознакомления? Да, конечно. Мы обязаны предъявить в развернутом виде. До полного ознакомления. Вы смогли ознакомления. Почитать. Да. Руки вам, она не должна давать документы. Совершенно верно. Документы все подделываются. Форма это не есть доказательство. Все, вы выходите? А вы Серьезно? На, серьезно, я не верю. Нет, я же сказал вам, перед Новогиреево на остановке я выхожу. Перед Новогиреево на остановку. До свидания. У него доказательства есть проезда. Заявление на себя в Следственный комитет получит, а испугаетесь. Не волнуйтесь. Все, иссякло. Закончилось. Просто когда вам пришлют вот эту штучку, бумажечку, вы как бы должны доказать. Да это им пришлют бумажечку. Нет, вам. Нет, ну по факту, просто я напишу в Следственный комитет обращение да, как конечно. Руководству. Да, и они примут решение. Ну у вас есть, наверное, точно. Да я уверена билет, в этом. Ну, правильно вели. Он очень спокойно себя ведет. Молодец. Он молодец большой. Он добился своего. Потому что, что мне лично мою социальную карту швыряли вот так вот. Потому что он грамотный, и вот он правильно да, общается. Вчера буквально то же самое было на этом же маршруте. Только вчера они спокойнее себя вели. Правильно. Надо учить их тоже. Они бесполезны, просто они ничего не имеют права потребовать. Просто так ходят. Да, конечно. А как, если бы еще попытлее были, они и кто слабый, их избивают и все такое. То есть много раз очень видел. Молодец, надо учить их тоже. А то они тоже обнаглели. Я сразу причем поняла, что у вас есть. Они должны видеть, кто входит через турникет, да. А кто пролезает. И то, что они делают вид, что они не видят, это уже... Я и прошу, пока не видит, это снимается. Якобы она никогда не отключается, это все обман, потому что сбоку этой камеры есть такая кнопочка, которая может выключаться. Красиво, Маша, а ты не можешь узнать? У нас есть презумпция невиновности, поэтому они видели, что я прошел по билету. Все остальное, как бы, они уже должны доказать. Я не знаю. А я тоже сейчас выйду, где хотел. Платформа Новогиреево, театр на Перовской. Следующая остановка Перовский. Да я то, что... Уважаемые пассажиры, автобус, троллейбус или трамвай, не стойте близко к краю тротуара. Всем до свидания, до спасибо свидания. За поддержку, знаете свои права, не давайте себя оболванить. Вам спасибо, удачи. Вот так вот, впервые пассажиры встали на сторону закона, а не на сторону быдла контролера. Ну ладно. Но это все-таки хорошо. Это замечательно.